Это видео я снимаю для канала Натальи Чалой. Коммуна Рингрике. Семья из 4 человек. Нам была предоставлена 3-комнатная квартира. Все, что в квартире, вся мебель была и техника купленная новая. В дальнейшем при будущих переездах она остается нам. 2 детей, 1 детская на 2. Зал. Также есть 2 спальня взрослая. Далее мы идем в санузел. Стиральная машинка новая куплена также. И кухня. Здесь тоже новый холодильник, новая плита электро. Кое-какие вещи мы уже докупали сами, потому что нам выделили еще дополнительные деньги на то, чтобы мы купили необходимое, то, что нам не достает. Цена такой квартиры 12 000 плюс дополнительные коммунальные услуги.